Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в Red Dead Redemption 2. Вставай! Фух, короче говоря, что мы будем сегодня делать, блин, как мешают провода эти, а? Что мы будем сегодня делать? У нас есть целых три выбора. Давайте посмотрим, какие. Киран, который у нас в заложниках держится. Один из, видимо, бывших бойцов Одри Скола, которого мы будем допрашивать, про них же. Хавьер Эскуэла и Леопольд Штраус. Начнем с Кирана. Я бы хотел скорее бы узнать об Одри Сколах, об этих. И атаковать их. Рагу готовится. Ну что, чувак, сейчас мы поговорим с тобой с глазу на глаз. Говори давай, не рыдай, приятель. Говори про свою банду. Не могу. Ну, эй, не надо горячиться. Похоже, наш друг язык проглотил. Я надеюсь, что мистер Уильямсон поможет его разговорить. Ну что, ты готов говорить? Ну я же сказал, я всем сказал, ничего не знаю. Они мне вообще не друзья. Я просто какое-то время жил с ними. Да, вранье, понимаешь. Понимаешь, я это уже слышал. Может, правду скажешь на этот раз? Что мне с ним делать? Сделай-ка ему больно. Пусть он откроет рот в следующий раз и рассказал нам все. А да кого я обманываю? Если Одри Скол открывает рот, то непременно врет. Да пошло оно всё нафиг. Давайте просто повеселимся. Давайте кастрируем его. О, да, точно. Что вы делаете? Куда он идет? Не волнуйся. Это же просто яйца. От них одни неприятности. Знаешь, в Древнем Риме евнухи были одними из самых счастливых и самых преданных. Ты че шутишь, да? Да, конечно. Больные козлы, чего вам от меня надо? Ну, ты будешь говорить в любом случае. Вопрос только один. Сейчас или после того, как мы отрежем у тебя эти штуковины? Ладно, ладно, слушайте. Я знаю, где прячется Одри Скол, и вы правы. Вы ему не нравитесь. Так же сильно, как он вам. Он в хижине и всех спонит. Я отвезу вас туда. Серьезно? Он мне не нравится. Серьезно. Не, не обижайтесь, пожалуйста, только. Да, мы не обижаемся. Ну, ладно. Отвези нас туда. Прямо сейчас. Зададим им. Будет весело. Давай, погнали. Кошмар какой. Если соврешь, нам мы действительно отрежем тебе эти штуковины, бля. А то я не думаю, что они тебе понадобятся потом. Ладно. Куда мы направляемся? Холмы за Валентайном, я покажу вам. Андреас, погнали. Джон, возьми с собой этого подонка. Если что-нибудь выкинет, то пристрели его. Да, конечно. Засвидетельствуем почтение твоим дружкам. Ну, чего ты стоишь? Садись давай. Я отвезу вас к нему. Слушайте, когда мы подъедем поближе, я покажу дорогу. Если я правильно понимаю, то это за Валентайном. Ладно, я пойду. Я еду на одной лошади с Одри Сколом. Кто бы мог подумать, а? Да сколько же раз повторять? Я не Одри Скол. Но выглядишь совсем как один из них. И пахнешь. Черт, да ты пахнешь так же, блин. Да меня пахнет навозом. Вот именно. Навозом. Еще как. Морган, у тебя в сельдной сумке метательные ножи есть? Дач сказал, что они нужны будут. Меня попросили отдать их тебе. И я сделаю тебе одолжение, рассказывая тебе об этом. Да, когда в следующий раз захочешь мне что-нибудь отдать, отдавай сразу мне. Не прячь. Не надейся, что подвернется случай тебе об этом рассказать. Да, последний раз я для тебя что-то делал. Если я все правильно понимаю, то нам сюда. Да, эти места я знаю.
Поезжайте по этой тропе между скал. Ты как, Джон? Нормально. Не очень хорошо, но в порядке. Надеюсь, черт побери. Ведь ты столько валялся в этой грязи. Но Эбигейл не давала мне встать. Ты же ее знаешь, она никого не слушает. Ну, пока у тебя был припадок безумия, ты прятался со своей женщиной, да? Нас поливали свинцом. Я бы сделал для вас то же самое, если бы вам было бы плохо, наверное. Надеюсь, но боюсь, что ты не умеешь никому помогать, кроме себя самого. Видишь, О'Дрискол, если... Да, он так обращается с друзьями, представь себе, что он сделает с врагами. Мне стало ясно, что вы поступаете с врагами, что аж поднесли щипцы к моим яйцам. О, кстати, Билл, эти щипцы еще у тебя? У меня есть нож, им так чисто не отрежешь, но сойдет. Имей это в виду, парень, всегда помни об этом. Честное слово, обещаю, постараюсь как можно быстрее отнести вас к Кольму. Кольму, вот видите, я сдержу слово. Ну ладно. Будем надеяться на это. Ну, не похоже на то, чтобы на то, что он врет. Вот эти холмы, направляйтесь к ним. Так, поберегите лошадей, сейчас будет подъем. Знаете, вы не так уж и отличаетесь от О'Дрискола. Что ты сказал? Я уже много недель наблюдаю за вами, и... Ты был привязан к дереву? Ты же ничего не знаешь об этой бане. Да, но я бы сказал, что вы мало знаете об О'Дрисколах. Но, возможно, я знаю о вас больше, чем вы о них. А о них я знаю все так, что... Расскажи-ка нам, чем мы похожи на этих собак. Вы вне закона, как и они, вы пытаетесь выжить, как и они. Жизнь у вас опасная, как и у них, тяжелая. Вы сражаетесь с законом природы и заботитесь только о себе. Видишь? Вот потому ты О'Дрискол, О'Дрискол. О'Дрискол. Вы пытаетесь выжить. Просто. А мы пытаемся выжить. На свободе. Колин, проклятый вор и убийца, отдач больше на учителя похож. Да, по-моему, вы одинаковые. Ничего ты не понимаешь, походу. Да заткнитесь вы уже, наконец. Скоро... Мы скоро будем на месте уже. Так, вот никто не знает, собрал нам этот чудик или нет. Но если то, что он говорит, правда, и Колем О'Дрискол здесь, тогда мы можем завершить многолетнюю войну прямо здесь и сейчас. Аминь. Точно, точно. Клянусь, он именно здесь. Теперь налево, спустимся с холма, затем в лес. Мы зайдем тихо, разберемся со всеми, кого найдем, и постараемся не поднимать шума. Ну, если не получится, тогда действуем быстро и жестоко, так как мы умеем, окей? Ну, я не против. Через эти деревья. Блин, задолбал этот трактор на улице уже. Во, мы уже совсем близко. Я бы оставил лошадей за этой опушкой. Я только заберу свои пушки и буду готов. Спокойно, Билл, спокойно. Вот это место. Хижина за этим холмом. Окей, слезайте с лошадей и пошли. Ты не собираешься взять ножи? Я же сказал, успокойся пока. Думаю, пока они нам не понадобятся. Я, наверное, возьму карабинчик. За мной давайте. Здесь. Да, совместная поездка на лошади не сделала нас друзьями. Помни, я слежу за каждым твоим шагом. Мне ничему вас выдавать. Это же самоубийство бы. Ты сдохнешь. Если обманешь нас. Но сначала лишишься яиц. Вон там, видите?
Вон, в том лагере они прячутся. Вон там хижины на поляне. Там наверняка прячется куча людей. Они вооружены? Да, вооружены и пьяны. Не любят чужаков. Коль Мадрискол, наверное, в своей хижине. Скорее всего, напился и валяется в отключке. Так, вот. Кто-то там идет. И никто скажет ему, что он хотел бросить. Да ничего. Полагаю, кто-то спугнул дичь. Пойду-ка отолью, потом вас догоню. Не-не-не, так не пойдет. Мы подождем, и тогда ты ему сам все расскажешь. Да-да, ладно. Если бы. В реальной жизни кто-то и выстрелит в него. Это будет наш старый добрый ублюдок. Давай уже, стряхивай свои эти. Так, что мы делаем? Кто мочится? С тем, кто у дерева? Уильямсон, пусть он будет твоим. Окей, я разберусь. Мы на месте, и ты нам больше не нужен. Не стреляй пока в него. Держи его там, не дай ему ни одного шанса. Не бойся, не дам. Сиди здесь и не шевелись. Так, сразу двоих нам не вырубить. Придется что-то... Придется, наверное... Чем мы скорее мы с этим разберем? Эй, какой у нас план? Держитесь подальше, чтобы они нас не услышали. Действуем сообща. Убьем их издалека. Это можно? Ну давай, если ты сейчас не пойдешь, я тебя стащу с холма. Оу, щит. Ой, они знают, что мы здесь. Готовимся к атаке, вперед. Блин, тормозить немного. Блин, прячется за деревом, зараза. А эти ребята сильные. Одного выстрела им может быть мало. Сдохни, зараза, блин. Здоровья уже маловато. Так, вперед. Блин, вот по мне палят, а я их не вижу даже. Хорошее попадание. А, еще один за деревом прячется. А, нет, даже двое. Трое. Да, блин. Гол, Мадрискол, где же ты? Мне надо что-то мне надо здоровье пополнить. Блин, он оружие заряжал еще, блин. Так, ребята, перестреляйте их, а мне надо сил здоровье подкопить немножко. Да блин. О, еще люди появились. Надо, наверное, подобраться ближе к тем бревнам. Ой, что это было? Ой, все, они сваливают. Так, ну давайте посмотрим, колем в хижине или нет.
Побудьте на страже, я посмотрю. Ух, что-то подтормаживает, алё. Эй! Вы в порядке? Да, спасибо. Ну и где Кольман Дрискол? Его нету здесь. Ты нас подставил? А ну иди сюда. Ты нас подставил? Нет. Да, поставил. Нет никакого Дрискольма здесь. Он был здесь, клянусь я. Я бы быстро хотел поставить и не стал вас спасать. Похоже, он прав, Артур. Ладно, убирайся тогда отсюда. Я тебя не убью. Я же вас не подставлял. Давай, проваливай. Я тебя отпускаю. Вали уже отсюда. Но это все равно, что убить меня. Там, без вас, Кольман Дрискол в ярость придет. И что? Я хочу быть одним из вас. Ух, нифига. Ну ладно, пусть будет так, но я тебя предупредил. Ладно, возвращаемся все в лагерь. А вы там деньги не нашли? Какие деньги? Там обычно бывают деньги. В дымоходе. Ладно, проверю. А вы все остальные живо в лагерь. Видите, Артур, я не такой уж и плохой. Передай Датчу, что остальную Кирана убивать не стоит пока что. Во всяком случае, пока что. Ух ты, пачка денег. Сколько же мы... Сколько же у них бабок здесь? Давайте поищем. Еще есть пачка денег. $12. Не такие уж и хорошие деньги. А здесь что-нибудь есть? Чудодейственное зелье. Это точно нам пригодится. А здесь что-нибудь есть? Патроны. Патроны всегда нужны. Он сказал, что в дымоходе что-то есть. Ух ты. Ничего себе, пушка какая. Давайте-ка посмотрим на нее. Грязный. Надо вычистить его нормально. Потом попробовать пострелять немного. Хорошо. Готов. Возьмем его с собой. Что у нас там в дымоходе? О-хо-хо-хо-хо! Какие денежки-то здесь! Только поглядите на это. Да, да. Сохранить, конечно. Сохранить. Доля банды $300, моя доля $100. Ну, нормально, нормально. Я доволен такой долей. Я бы $600 бы, конечно, был бы не против поставить себе, но ладно уж, пусть будет так. Посмотрим, как эта пушка стреляет. Ну, хорошо стреляет. Андрес, погнали. А вот куда погнали? У нас есть несколько вариантов. Есть вариант Хозе Мэттьюс с одним дельцем на ранчо. Есть также Хавьер Эскуэла, Леопольд Штраус. Ну и, наконец, ну да, Хозе. С каким дельцем Хозе надо помочь, я не знаю. Давайте к Леопольду Штраусу. У него там должники, по-моему. Если я, насколько я помню. И давайте... Сейчас поедем туда и... Насколько я помню, там надо с долгами разобраться. Но я не уверен. До конца.
Ой, повозка, повозка, осторожно. Вот я не знаю, что... Вот рядом с лошадью выносливость, сердечко и нога превращается в красный капкан. Я не знаю, что это означает. Если вы знаете, то напишите в комментариях. Леха может написать в комментариях. Он же знаток по этой игре. Леха из канала «Чё хочу, то и врачу». Кстати, у него вчера был розыгрыш 1000 рублей. И я там победил. Удивительно, но я там 3 билета купил. Что увеличило шансы на победу. Куда? Повернул. Ай. Ладно, 5 центов это немножко совсем дам. Почему бы нет? Если ветеран, то ладно, дам. Где ты? Ты? Ты, нет? Да блин, кто из них? Кому? Кто там? Прошу прощения, мне очень нужны... Так, а где? Кто просит-то, алё? А, вот этот? Ты бросишь? Извини, 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 но тут туда... Кричал, 5 центов просил. А, вон он, вот этот, наверное. Ты просил. Привет, дружище. Хорошо. Держи. Тебе, я думаю, они точно нужны. Очень-очень давно. Мой прошлый друг умер. Я не виноват в этом. С вами приятно общаться, мистер. Что-то... Можно вас обнять? Ну ладно. Только быстро. Это приятно. Как хорошо, когда тебя обнимают. На войне мы часто друг друга обнимали. У вас печальный взгляд, мистер. Словно вы много горя видели. Вспоминайте. Ну да, он без руки и так далее. Ему помочь надо. Можно было бы. И мы это сделали. Я... Ладно, вопросительные знаки трогать не буду, наверное. Да блин, извините, не нарочно я, не нарочно. Да куда ж ты поворачиваешься-то, блин? Ух, господи, ну давайте попрем уже в лагерь. Тут вроде бы недалеко до него. Совсем. Давай, лети как ветер. До лагеря, да я думаю, добежишь. А хотя фиг тебя знает. А вот и лагерь. Есть дач, есть еще этот. Молодец. Куда? Иди сюда, подожди. Молодец, хорошо поработал. Тебя надо пожрать. Так, надо с какой-то другой стороны, что ли, подойти, чтобы покормить. Так, кормить. На, кушай на здоровье. Хорошо сегодня прободал бы.
Молодец. Молодец, молодец. Сквозь лук аж проходит. Так, к дачу пока не пойдем. Пойдем к Леопольду Штраусу. Так его зовут, да? Герр Морган! Мистер Штраус, вы заняты? А что? Я бы взял вас долю. Уже раздали кредит? А, сами знаете положение вещей. Люди с удовольствием берут долг у таких, как я, но... Отдавать долги почему-то предпочитают таким, как вы. Да, не мудрю. Кто же вам задолжал? Сейчас посмотрим. Чик Мэтьюс работает на ферме Гутри. Кажется, он помощник. Мистер Руби. Мелкий собственник на ранчо. Багряный не взвод. Управляет там делами, но плохо... Милли-милли. Служанка на ранчо Эмеральд. О, я доверил русским даче, что мы помогаем людям. Это легальный бизнес, мистер Морган. Должникам место в тюрьме. А мы просто оказываем им услугу. Ну что ж, тогда я обязательно расскажу этим людям, как им повезло. Кладите деньги в ящик, старайтесь не убивать их. Это нам будет невыгодно. Да, конечно. Кто там один из должников? Мистер Рубель. Через это море... Бандиты Адрискола могут быть. Но надеюсь, что их не будет. Ладно, погнали. Так, ну где Дресс? У нас есть дельце, погнали. Должники. Так, ладно, пересечем реку. По-моему, вот я проходил и столкнулся на Дрисколов, и они не пропустили меня и убили. Надеюсь, этого не произойдет. Ну а если произойдет, то как-нибудь будем пробираться туда. Нам попасть туда все равно надо. Какая красота, да, это точно красота какая дадут. Очень. Блин, да что тормозить-то все так, алё? Когда вот так смотришь на небо, кажется, что-то ты искал. Это уже не мое дело. Помог бы я тебе, наверное, но сейчас мне не до тебя. Еще и розыск получить. Там же законники розыск получить я не хочу. Так, может быть, в другой раз. Да блин, ну не тормози так, а. Так, один из должников здесь. Так, ну и где он прячется? В доме? Тук-тук-тук, мистер Рубель. Прошу прощения, как вы оказались в моем доме? Блин. По-английски говори. Ты говоришь по-английски? Я... Селизия. Верхняя Селизия. Я пришел за деньгами, которые ты отнял у немца. Занял, точнее. А немецкий... Нет, я не знаю немецкого. Я пришел за деньгами. Деньги, которые занял Леопольда Штрауса. Да, да. Леопольд Штраус. Именно, именно.
пора платить. Где они? Ничего нет. Очень плохая зима. У всех была плохая зима, приятель. Где они? Нет, нет. Ты помнишь, где хранится серебро, а? Я тебя вообще не понимаю. А ну, давай, блин, я тебе скажу. Где деньги, золото, доллары и так далее? Да, похоже, так просто тебя не уговоришь. Нет, 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 нет. Не иметь деньги, это иметь хорошая, хорошая цена. Варшава, да. Я беру твои вещи. Они здесь и где еще? Не отдашь деньги, я ограблю твой дом. Сейчас, блин. Что у тебя тут есть? Сигареты какие-то дурацкие, бля. Шкафы закрывать твои не буду. Здесь пусто, ничего полезного нет. Ну-ка, что здесь? Иди-ка нафиг отсюда. Что у тебя тут лежит? Йоу, обручальное кольцо. Наверняка дорого стоит. А что здесь? Здесь ничего полезного нет. А здесь? Что-нибудь есть? Опять... А, серьга. Ну ладно, пригодится может. Ладно, больше ничего, наверное, не понадобится. Но я хочу посмотреть, какие у тебя тут комнаты еще есть. И, да, комната, видимо, писать. Для того, чтобы писать тут. А здесь у тебя что лежит? А тут ты дрыхнешь, так я понимаю? Вместе со своей супругой еще, походу, если она у тебя есть. Ну да, наверное, есть, раз обручальное кольцо там есть. Ну все, больше мне ничего не надо. Так, ну и куда нам направляться? Так, это у нас что? Пожертвовать лагерю. Ну что ж, это недалеко. Поехали. Ночь, к сожалению. Думаю, нам надо будет поспать. Погнали. Ух, какой спуск-то здесь, а? Ой, птахи противные, бля. Можно еще, кстати, стрелять в голубей и гусей, которые летают на небе. А потом жрать их. Чтобы пополнять здоровье и так далее. Еду надо, конечно, в этой игре готовить, чтобы выжить во время перестрелки. Жрать там все такое... Короче, целое выживание тут творится. Так. Я приехал. Долги я выбил из него. Правда, это были не деньги, а кое-что поинтереснее. Здравствуй, Артур. Один парень в городе узнал меня по Blackwater. Это плохо. Да, ничего, я разобрался. Конечно, плохо. Без сомнений. Ну, давайте в эту шкатулку все спрячем. Или это бабки у нас уже были. Вы получите долю от каждого выбитого долга, который вносите. Доля небольшая, но все-таки. Купить улучшение лагеря. Посмотрим. Что есть? Так,
кто у нас здесь есть? Дач, Чарльз, Джон, Карен, Лени, Чарльз, Мика, Лени, Джон, Хавьер, Сэдди, Лени. По два раза Лени, что ли? Джон, Сэдди, Лени, опять Джон, Сэдди, Лени, Сьюзен, Тилли, Артур все-таки есть. Следующая страница. Обостренные чувства, чудесное теле и сильные настройки. Увеличивает количество запросов, которые теперь включают чудодейственное зелье для восстановления меткого глаза и выносливости. Думаю, вот это нам понадобится больше, чем фрукты. А что еще есть? Все, больше ничего не надо? В медицинской повозке. Мне медицина нужна больше, чем... Ну и как все прошло, Герр Морган? Да, заглянул к одному мелкому должнику в Рубеле. Он даже по-английски не умеет говорить. Не стоит благодарности. Но если вы ищете удовольствие, есть еще одно дело. Ваниль Тайни живет фермер проведение. Его зовут Даунс. Заносчивый добродетель. Знаю таких. Знаю таких людей. Спасибо, мистер Морган. Да, не благодарите. Как вы... Для меня это удовольствие. Он пронырливее, чем кажется. Я пытался по-хорошему. Не верьте им. Бедням? Ха. Если у него не будет деньги, то просто врежьте ему. Да, я так и делаю обычно. Так, ну, задание мы выполнили. Посмотрим, кто у нас есть. Есть дач. Есть. Это еще один должник. Который мы сегодня... Сегодня мы не будем его уже выполнять. А это кто? А, Хозия. А это? Это дача. Ну все, на этом мы закончим. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичные видосы. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Там я часто выкладываю интересные события. Давайте-ка поспим. Дорогой Артур, я написал о тебе это письмо 100 раз или больше, но оно не выходит как нужно. Это я. Ты уже понял, что это я, увидев плохой почерк? Во время нашей последней встречи я собиралась уехать и выйти замуж за другого. Я много чего сказала и, наверное, сказала от чистого сердца. Но теперь я не столь горда, чтобы разговаривать с людьми, которым я не безразлична, по крайней мере, была. Последние пару месяцев я жила в Валентайне. До этого мне не везло. Это долгая история. И не очень интересная, но я сейчас здесь. В городе я видела девушек, или как уж их там можно вежливо назвать, которые жили с тобой и твоими товарищами. Еще в городе говорили о человеке, который был похож на тебя. Я бы с удовольствием повидалась с тобой, если ты готов уделить мне немного времени. Я снимаю комнату на ферме Чедвиков к северу от Валентайна. Твоя Мэри Линтон. Офигительная речь на тему преданности. Ладно, давайте спать и заканчивать. Ладно. Так, еще раз всем спасибо за просмотр и всем пока.